аудиокнига. Хронология. Книги на фоне истории. Даже танец. В военном 1942 году вооружен, даже он с саблями. Знаменитый танец с саблями для третьего действия балета Гайне был написан в одну ночь в Перми, где Арам Хачатурян жил в войну. В осажденном Ленинграде исполнили седьмую ленинградскую симфонию Шостаковича и картофелину, чтобы накрахмалить манишку дирижера Карла Элиасберга, искали всем изможденным от голода оркестра. В тот год в реестр американских военных автомобилей был внесен новый тип машин общего назначения, что по-английски сокращенно будет GP или джип. Лауреат Нобелевской премии Энрико Ферми построил в Чикаго первый ядерный реактор и осуществил управляемую самоподдерживающуюся цепную реакцию, открыв путь к ядерному оружию. Война ускорила научно-конструкторскую гонку. В 1942 году в небо